Да, слушаю вас. Слушаю вас. Ты мне звонил только что, ну что тебе надо? Я вообще-то тебе не звонил, я перезвонил. Перезвонил? Ну да. Ну и что тебе надо? Я не знаю, тебе чего-то надо было, надо, раз ты мне позвонил. Ну ты дурачок, я только что недавно с тобой общался, ты что тебе? Я тебе постоянно буду звонить, чтобы ты только деньги вернул, понял, дурачок? А может быть это ты дурачок? Может быть... Может быть... Ты только что сейчас звонишь, понимаешь, ты звонишь, и кто из нас дурак? Ты дурак, понимаешь, ты даже не втыкаешь, понимаешь, что теперь тебе будут постоянно звонить и да. Звонить, и ты как дурак тебе перезваниваешь, блядь. Ты потому что кто ты, дебил, блядь, ты дебил, ты что, как у тебя справка есть, ну... Ну, и дальше что? И дальше что? Иди заплати эти деньги, ёпта мать. Да у меня нет денег, ну нет у меня денег. Это ты бомжара, блядь, сам. Ну, бомжара, ну и что? Ну и... Ну да? Что, ну что? Что ты под это? Ты странный, блядь, у вас, понял, блядь? Угу. Знаешь, покемон, знаешь, что хотел тебя спросить? Ты скажи только одно, ты отказываешься платить, что ли, или чё? Это кто звонит-то, я не пойму. Я тебя спрашиваю, ты отказываешься платить или нет? Так кому и за что я должен платить? Так я тебе еще раз спрашиваю, кому и за что я должен платить? Ты дебил, что ли, я не пойму, нахуя ты образование-то получаешь, если ты дебил, блядь, а? Ну... Я тебя спрашиваю, задаю нормальный вопрос. Ну... Ты собираешься оплачивать кредит... Кому и за что я должен платить? Ты отказываешься платить. Кому и за что я должен платить? Объясни мне. Ты что, ты меня сейчас не слышал, что ли? Ты дебил? Открыл уши свои. Они у меня всегда... У меня со слухом все в порядке. Да я-то тебя слышу, я тебя слышу. Это у тебя, по-моему, со слухом все в порядке. Кому и за что я должен платить? Ты собираешься оплачивать свой кредит в домашние деньги. Какой кредит? Какой кредит? Номер кредитного договора назовите. Подтвердите, что именно я являюсь заемщиком по данному кредитному договору. 0416-4271. Угу. Моя подпись стоит в кредитном договоре. А, именно моя подпись. А, именно моя подпись? Ну хорошо, нет проблем. Направляйте мне письменную претензию, я ее рассмотрю. Я тебя спрашиваю, ты собираешься оплачивать или ты отказываешься платить? Я еще раз спрашиваю, с кем я имею честь? Кто мне звонит, я не могу понять. Ты дурак, что ли? Я тебя спросил, ты собираешься оплачивать или ты отказываешься? Не, ну мне интересно, кому и за что я должен платить. Я же должен поинтересоваться. Ты тугой ты такой, я не помню. Да я не тугой, это адекватный вопрос. Ну хорошо, пусть в твоем понимании я буду дебил. Кому и за что я должен платить? Еще раз отметь. Кому и за что я должен платить? Еще раз. У меня много всяких разных справок. Да. В момент подписания договора я не мог осознать фактический характер и... Да, конечно. Да? Вот лежит передо мной, перед глазами. Замечательно. То есть ты подлежишь лечению, да? Да. Так я и так лечусь, я в психушке лежу. А, ты лечишься, да? Да, я в психушке лежу. Так что ты от меня? Я просто рад за тебя, за дебила. Так и я тоже. Ты что, дебил? Ты мне ответь. Ты как, будешь платить или нет? Так кому и за что я должен платить? Я тебя спрашиваю, ты будешь платить или нет? А я тебя спрашиваю, кому и за что я должен платить? А я спрашиваю, кому и за что я должен платить? Вот ты меня озвучь. Дурак, что ли? Дурак? Ну да. Есть немного. Да? Ну да, есть немного. Так да. Ты мне ответь, кому и за что я должен платить? Ты петух? Нет. Как может быть, как петухом не может. Ну да. Еще раз скажи, ты будешь оплатить петух? Так кому и за что я должен платить? Кому и за что я должен платить? Кредит свой оплачивать. Какой кредит? Дурачок, ой, блядь, какой кредит? Как же ты живешь на этом белом свете? Ну, вот так вот. Земля ты носит, слава. Живешься? Вполне. Да? Вполне. Живу и здравствую. Что, весел, счастлив и не болен. Ты мне скажи, ты в колледже работаешь так до сих пор, да? В каком колледже? В Ладовском. Не знаю, никаких колледжей.
Нет, ну, первый ладно, раз хорошо, слышу. Но мы сами тогда выясним. Да ради бога, выясняйте. Так вот, смотри, если ты до сих пор еще в колледже работаешь, ну, то тогда придется твой колледж маленько покатать. Если ты дебил, да, что ж поделать, придется тогда через рабочее место твое. Вот, да ради бога. Где твоя эта крыса работает? Какая, кого ты имеешь в виду? Кого? Марину? Марину? Нину, не знаю. Таких ты не... Ты уже не знаешь, как свою жену замуж? Нет. Я вообще холостой так молодой чё? Человек. Ну так что, кем она работает? Я живу вообще с другой тёлкой. Кем твоя Нинка работает? А с чего ты вообще решил, что она моя? Крыса твоя. Ну, потому что ты во всех фотографиях с ней. Да? Ну и чего? Хочу, ну, хочу ездить. Я твоего разрешения не обязан спрашивать. Да, куда мне ездить? Надо разрешение, я тебя спрашиваю, кем она просто работает. Да. Блядь, ну ты жирный, сука, ну ты неужели ты не хочешь, блядь, похудеть, а ты дурак, а? Ну и чего? Я сам себе нравлюсь. Охуй, ну конечно, ну беда, конечно, ты сам себе нравишься. Да, да. Я даже не удивлен, но... Кто работает? Я так и не понял. О ком речь-то вообще? Нинка твоя. Какая твоя Нинка? А мне пиздец. Ну, штука твоя, которая, ладно? Ага. Ну, а ты спать один ложишься? Живешь, а я тебя перебью. Сынок, сынок, ты спать один ложишься? Ну, я всегда, значит, она шлюха. Кем твоя шлюха? Ты спать один ложишься? Я нет. А с кем ложишься? Ну, какая тебе разница? Один ебет, другой дразнится. Вот и вся разница. Вот я у тебя не спрашиваю, с кем ты проживаешь, сожительствуешь, или пизду лижешь, или еще что-то делаешь. И чего? Ну и давай, ну и действуй. Чего тебе? Какая шлюха? Шлюхи на трассе стоят. А я что, на допросе что ли? Ты что, сынок? Чего тебе надо от меня? Кем твоя шлюха работает? У меня нет никаких шлюх, и никто у меня не работает. Я тебе еще раз повторяю. Те раз сказали, два сказали. У тебя что, ты уши не чистишь, что ли? Ты будешь платить или нет? Кому и за что я должен платить?